Дорогой Дедушка Мороз, я хочу песочницу с кинетическим цветным песком. Дима Сенаторов, 8 лет. Большое спасибо. Чиновники, депутаты, представители общественных организаций и промышленных предприятий. Сегодня они выступают в роли Деда Мороза и исполняют желания детей. Такие мероприятия, да, то есть подарки очень важны для детей, для семей, которые ограниченные возможности, да, у кого нет возможности подарки. Ну и самое главное – это внимание, чтобы родители, дети, семьи чувствовали внимание окружающих. Сегодня я вытянул телефон для девочки Елены, телефон многодетной семьи, папа, к сожалению, погиб. Вот будем дарить подарок от нашей организации. В «Елке желаний» эти люди принимают участие не первый год. Говорят, глядя на счастливые лица детей, переполняет радость. Когда-то они сами были такими же и с нетерпением ждали подарки от Деда Мороза. Если как бы вспоминать мое детство, то, наверное, все было гораздо скромнее. Потому что родился я и вырос в Советском Союзе. То есть, ну, такого. А, конечно, я помню, когда я просил железную дорогу, да, то есть в то время это был самый шикарный подарок, наверное, какой вообще мог быть. И на самом деле, когда мне на Новый год Дед Мороз принес, да, и под елку поставили. Тогда ставили валенки, да, то есть я оказался в валенке, да, то есть, ну, конечно, это было огромное счастье для меня, потому что я, ну, непередаваемые ощущения и эмоции. Надеются, что такие эмоции получат и маленькие южноуральцы. Велосипеды, смартфоны и интерактивные роботы уже в ближайшие дни займут место под их елками. Наталья Кудряшова, Андрей Дичков, Урал-1.